Для нашего блюда понадобится одно авокадо, хорошее такое, мягкое, чтобы было. Ложечка лимонного сока, или можно свежий прям лимон выдавить, сок из свежего лимона. Соль и перец чили нам понадобится, но у меня вот здесь вот такая смесь специальная для гуакамоле. Здесь и перец, и сухой чесночок, и соль. Соль я добавлять не буду. Немножечко вот синего лучку нарезать надо, мелко-мелко-мелко. Чесночка тоже немножечко, но слишком много не надо. И ложечка оливкового масла. Сейчас все это авокадо я очищу, разомну вилочкой, или в ступке можно раздавить, но ни в коем случае блендером не надо, будет очень жидко. И потом все мелко-мелко измельчаем. Лучок можно даже не весь порезать, и чесночок, а так немножечко для запаха. Все, начинаем делать. Так, лучок вот я порезала, получилась вот такая полная ложечка, и чесночок я тоже мелко нарезала. Так, пока это мы сюда поставим, и сейчас будем чистить авокадо. Мякоть авокадо теперь хорошо вынимается. Шкурочка у нас останется. Вот такая, как чашечка. В ней даже можно потом салат опять подать. Очень удачная авокадо. Очень хорошо прям все вынимается. До самой корочки. Даже если кто-то ни разу авокадо не ел или думает, что оно невкусное, попробуйте, вам понравится. Даже просто, если хороший авокадо, его нарезать, посолить и просто поперчить. И можно уже кушать. Я еще не совсем выздоровела. Все. Мы вынули. Вот эта мякоть с одного авокадо. Так что пробуйте, экспериментируйте. Это очень вкусно. Просто вот порезать. Немножечко посолить и поперчить и кушать. А сейчас мы будем делать такой соус. Теперь разминаем всю эту массу вилочкой. Или у кого есть, то можно в ступке. Прямо такой толкушечкой. Ну, у меня авокадо мягкое, я его вилочкой сейчас вот так разомну, перемешаю до однородной массы. Теперь добавляем все наши ингредиенты и перемешиваем. Лучок. Лимончиком, лимонным соком зальем. Немножечко перемешаем. Добавим вот эту приправку. Можно просто соль с перчиком. Перемешаем. Добавим чесночок. Так, перемешаем. И последний штрих, добавим маслица оливкового. Наша закуска готова. Можно назвать это салатик, соус, кто как хочет, смотря как его употреблять. Его можно кушать, кусочек лаваша оторвать, окунать лаваш. С чипсами очень вкусно, кто хочет и любит чипсы. С чипсами это вообще объедение. Но я сейчас попробую просто... У меня хлеб, который я пекла, и еще... Какие-то хлебцы есть.
Можно сюда добавить, так как можно этот салат из авокадо так разнообразить, можно добавить сюда вареное яичко и красным перчиком, таким паприкой сладкой посыпать, немножечко добавить. Можно добавить баночку тунца. Это очень вкусный, оригинальный такой вкус, можно сказать, даже пикантный. Это очень вкусно и полезно. Так, я попробую с хлебом, который я пекла недавно. Не сама пекла, а такой, это замороженный был хлеб. А я просто его в духовочке немножко выпекла. И он, когда был свежий, он так не резался, а теперь он режется очень даже хорошо. Вот такой он. Вкусный. И сейчас мы будем пробовать наш салатик. Какой-то вот хлебец нашла. Так. И попробуем, с чем будет вкуснее. Чипсов у меня нет. Так, ну вот настал момент. Пробуем наш салатик. Угу. Очень вкусно. Сейчас я попробую с хлебцом. Немножечко положу сюда на краешек. С чипсами, конечно, вкусно. Я пробовала. Угу. Можно и на хлебцы. Очень вкусно, они так смягчаются немножечко. Очень вкусно. Теперь попробуем просто с белым хлебушком. Это просто объедение. В общем, пробуйте, экспериментируйте. Это очень вкусно. Я не рекомендую, это как бы... Я просто показала, что вот я иногда делаю, и вот мне нравится. Вот, а вам решать, будете вы такое кушать или нет, понравится вам это или не понравится. Желаю всем удачи!